Я же говорил. Страус, профессор. Рискнем на пасашок. Вот и рискнули. Одно обидно. Родители от этого страдают. Да уезжать надо было. Жадность фрая разгубила. Я одного не могу понять. Почему к нам так строго? А что здесь непонятного? Наши соотечественники здесь казино подняли. За них залог внесли. Они документы подделали и свалили на все четыре стороны. Но если не засудят, то я знаю, что буду делать. Спасибо. Здравствуйте, вы отец Данил? Да. Пойдемте, я к вам от ребят. Поможем обустроиться, разобраться с делами. Занка! Кизаев! Гарас Тексо! Я привез там тебе чистые майки. Бабушка плачет, передает тебе привет. Пап. Прости, я виноват. Думаю, я больше виноват. Проглядел я тебя. Нам надо как-то выбираться из этой паутины. Надо. Из картеля Дальоса. Успокойся. Все нормально. Я вас сейчас познакомлю с одним человеком, который постарается освободить ребят под залог. Хорошо. Меня зовут Доминик. Альберто. Всем кофе. Все получится. Дело ваше я хорошо знаю. С такими ребятами знаком лично. Так что чем смогу, помогу. Ну вот, видишь, помогу. Мне нужно... $20 000. Сколько? На всех. Связь будем держать через Мишу.
Ну что? Думаю, наскребем. Дим, дай закурить. Категористе, оди парану маисесте, севаросту кинонику синому, и похреусте на катавалите простимо, эписис, και σε απόλυση από τη χώρα εντός 10 ημερών από σήμερα. Поздравляю, депортация. 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 Ο κατηγορούμενος Γκριτσεβιάς Αλέξης δικάζεται για 2 χρόνια στις εργατικές φυλακές. Нет, почему же? Я рад, что ты зашел. Просто, понимаешь, Даня, трудно разговаривать, когда близкие, даже родные люди не слышат друг друга. Папа, да пойми же ты, что я не хочу жить так, как ты, и не могу. Ведь время сейчас другое. И чего только со мной не происходило, да и хорошо, что ты обо всем этом не знаешь. Я нормально жить хочу, нормально, не так, как ты. Ведь у тебя по существу, кроме твоих медалей, так ведь нет ничего, правильно? Ты прав. Мои награды, мои медали не принесли мне никаких материальных благ, которые я с удовольствием употребил бы на тебя. Но они позволили мне понимать, что я занимаюсь любимым делом и делаю его честно. Да, я не Эйнштейн, не лауреат Нобелевской премии, но моя последняя работа выдвинута на государственную премию, а ты и не знал. Не знал. Эх, молоток, пап, слушай, ты просто молодец. Да я вообще просто, я рад за тебя, очень сильно рад. У тебя принципы, заложенные дедом, моим дедом, государством, в котором ты вырос и родился. Но пойми, пап, ведь друзья мои, они же все абсолютно другие, они живут по-другому. Знаешь ли, утром к тренеру, вечером к дилеру. У них другая жизнь, их не стоит за это ненавидеть. Но ты не волнуйся, пап, я свою дорогу найду. Да будь уверен, найду. Давай съездим к маме. Давай.
Ладно, пап, я пойду. Пока. Дмитрий Евгеньевич, все в порядке? Да. Все хорошо. Хорошо. Данила? Да. Чем обязан? Добрый вечер. Добрый. Нам нужно поговорить. Мне о вас рассказывал Геннадий. Ну, пойдемте. Ты что, опять к этому Даниле собираешься? Мам, сколько можно? Танечка, ну я ведь тебе только добра желаю. Я хочу, чтобы твоя жизнь удачно сложилась, не так, как моя. Моя жизнь – это моя. И она сложится. Будь уверена. Но только не с этим проходимцем. Посмотри, ведь он нигде не работает. Институт он бросил. Таня, откуда у него машина? А у него папа деньги зарабатывает. Ты мне скажи, Танечка, ты влюблена в него? Ну, может быть, вы уже и... Нет, ты мне скажи, это так? Да так. Так. Мы уже год живем нормальной половой жизнью. Да, мама? Ну, а если что, я сделаю аборт? Здорово! Здорово! Как оно? Нормально, ты как? Да тоже вроде нормально. Здорово, брат! Здорово! Живой? Ну иди сюда! Здорово! Как ты? Хорошо. Привет! Ну пойдем. Братан, есть ценные предложения. Помнишь, мы одно предложение уже обсудили? Там, на вокзале, в Греции. Ну, естественно, сами лоханулись. А теперь страус во всем виноват, да? Да ладно, не дуйся, ты лопнешь. Пойдем, если серьезно, дома обсудим. У меня нет никого. Давай, заходи. Да, Страус, предложение это заманчивое. Но я думаю, что оно слишком рискованно. Да? Да. Знаешь, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Букет пиковую даму поймал? Тройка, семерка, туз. Так, тише. Есть у меня предложение одно. Заходил ко мне сегодня мужичок один. Ну, пообщались с ним. Все, хватит. Не могу больше. Завязываю, ребята. Я так подумал, с меня хватит. Я завязываю, поймите меня. Больше никак. В монастырь ухожу я. Завтра в Жирович еду, уже обо всем договорился. Вот дает. А ты чё, на тебя Божья благодать сошла или что? Или к тебе Дух Святой пришел тогда, когда ты у рабов Божьих их карманы чистил, а? Слушай, заткнись, Страус! Пойдем. Точно решил. Да может, оно и к лучшему. Придем, и мы, может, к тебе исповедаться. Спасибо, ребят.
Короче, поездка в Америку – это не пикник. Здесь надо основательно все обдумать. На эту поездку надо минимум по косарю баксов на каждого. И ехать надо. Не так, как в прошлый раз. В серебре, в золоте. А в спортивных костюмах. С сумками. Да ладно, я здесь в этом хожу. Ладно. Сейчас приедет Лысый. Ведет нас курс дела. Он нам и объяснит все. Кстати, вот и он, наверное. Сейчас пойду открою. Приветик, Прометей. Таня, скажи мне, пожалуйста, уже больше века прошло, как телефон изобрели. Ты позвонить могла? Вот так вот он меня встречает, да? У тебя кто-то есть? Кто? Послушай, у меня деловая встреча. Встреча? Привет, ребят. Привет, Танюш. Здравствуй. Как ты? Хорошо. Тань, послушай. Что? Тебе пора. У нас мужские разговоры. Понимаешь, тебе здесь нечего делать. Нормально, да? Еще ждешь кого-то? Здравствуйте. Что ж ты меня не предупредил, что здесь будет такой цветочек? Потому что я думаю, что цветочек уже уходит. Я сказал, я тебе позвоню, тебе пора. Все ясно. Не умеешь ты с женщинами обращаться, Данила. Нормально, у тебя? Хорошо. Как обычно, сделай. Хорошо. Алло. Привет, Катюш. Приходи в фонарь. Данила. Да, приехал. Даже не позвонил. Подожди. Что уставился? Урод. Алло. Да я не знаю, опять из своей стаи что-то мутит. Да. Через сколько? Пожалуйста. Спасибо. Ну все, давай, хорошо. Жду, давай. И в завершение ко всему сказанному. Завтрашнего дня будем работать. Главным назначаю Данилу. И никаких пьянок и дебошей. Через месяц уезжаю. Записался на лекции английского языка, прошу пройти со мной в зал. Прошу тебя. Не трудно. Занятия начнутся по расписанию. Пожалуйста. Я сказала. Ты посмотри, какая девочка. Ты видишь? Где? Да вот, ну вот, стоим. Хватит, пожалуйста, Валера. Сколько раз можно повторять? Девочка как девочка. Да ладно, посмотри. Да я просто влюбился, друг. Ты что? Влюбился? Да. Ну иди знакомься, я тебе место займу. Давай. Давай пальто. Спасибо, что проводил. До свидания. Девушка, а можно я проведу вас? Я местечко занял. Вот, вот, вот здесь присаживайтесь, да. Еще раз добрый вечер. Мы с вами изучим кратко начальный курс. На это отведено определенное количество часов, где-то 24 часа в месяц. В дальнейшем мы познакомим вас с интенсивными методиками изучения иностранного языка. Вы научитесь более свободно владеть грамматическими конструкциями английского языка и пополните свой лексический запас. Скажите, пожалуйста. Ну, мне просто очень интересно. А вы серьезно пришли заниматься английским языком, да? А что, я не похож на серьезного человека? Но вы же прекрасно понимаете, что в наше время необходимо знать иностранный язык.
Ну да. Простите, вы не скажете, как вас зовут? Меня зовут Лата. Серьезно. Я просто полуэстонка. Если бы мы завтра встретились... Завтра я не могу. Я могу послезавтра. Нормально будет послезавтра? Да, конечно. Ну, тогда, может, и... Телефончик оставишь мне. Ну, так, чтобы был. Так, чтобы был? Да. Ну, хорошо, так, чтобы был. Но я оставлю домашний. Да, хорошо. И предупреждаю, у меня очень строгий папа. Очень. Ничего страшного. К тому же он милиционер. Так что звони строго после 9 утра и до 7 вечера. Договорились? Да. Что да? Ну что случилось? Что никогда не знакомился с дочерью мента, что ли? Я не понимаю. Нет, просто как-то странно. Что странно? Ну, такая красивая девушка и дочь мента. А что, они не люди? Ну как же, люди? Люди? Конечно же, люди. Еще какие? Ну и хорошо. Я тебя как-нибудь с ним познакомлю. Угу. Ну да. Кстати, мы уже пришли. Вот, спасибо, что проводил. Было очень приятно познакомиться. Лата. Данила. Пока. Пока-пока. А, номер. Номер. Номер? Номер. 267-47-47. 267-47-47. Я запомню. Пока-пока. В квартире у мента. Не живите, чё? Так же проще. Да шутка, ты чего? Да ладно. Мы ещё посмотрим. Фу. Ты книгу по-английскому купил? Да нет, Влад сказала, купит. Но мы с ней по одному учебнику вместе будем заниматься. Ладно, всё с тобой ясно. Давай, всё. Да, только делать это будем мы, а не лысые. Вот в чём дело, понял? Слушай, я-то понял. Ты закинь, пожалуйста, к себе мою сумку, хорошо? Но они смогли все это устроить, и при том, как грамотно. Ну, в принципе, согласен. Ну да. Ладно, пацаны, давайте, пошел я. Счастливо. Все. На небе где-то любовь согрета, оставив длинный печальный след. Летит комета или ракета, любовный символ моих побед. Летит комета или ракета, любовный символ моих побед. А мне все мало твоей
любви, покуда сердце томится рьяно. Блондинка, девочка, меня найди. Покуда сердце томится рьяно, блондинка, девочка, меня найди. Солнце, на небе солнце, а без тебя мне сплошная тьма. Звезды, не надо звезды, была бы девочка моя всегда. Так, сейчас, стой. Вот так и остановись. Снимаю. Есть. Лови меня. Стой. Нет, ничего, просто так. Мама, это тебе. Угу. Здравствуйте. Все хорошо, да? Да, мы приедем попозже. Да нет. Вижу, что не так все просто. А все сложно. Ждешь звонка, а он не звонит. Ой, пап, ну ладно. Я же мент. Мне же надо знать, что случилось. Может, расскажешь? Папа! Папа! Я, кажется, влюбилась. И не в того, о ком ты сейчас подумал. Смотрите и запоминайте. Данила, по местам. Пожалуйста.
Прошу вас, плиз. Чего хочешь? Еще. 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 Может, я поставлю кофе? Чего хочешь? Ты что, хочешь, чтобы я умерла от переедания, да? Зачем ты повел меня в этот ресторан? Я объелась. А ты хочешь мне сказать, что тебе не понравилось? Сюрприз! Дорогой Данила. Скажи мне, что ты тут делаешь? Кажется, ты забыл, да? Что сам? Ключики мне оставил. А ты? Ты, кажется, еще не удостоилась такой чести. Лад, послушай, я тебе все объясню. Я умоляю тебя, послушай. Кстати, ты ей рассказал о своих делишках? Или как-нибудь потом расскажешь на досуге как-нибудь сюрприз? Я тебе говорил, что между нами все кончено? Ну, я ладно, говорил? Данил, ну я пошутила. Нет, ну серьезно, я сюрприз хотела сделать. Ну ты что так не понимаешь? Я Данил, больше ну, перестань, ну... не хочу тебя видеть! Ну и вали! Вали, куда ходишь и кому ходишь? Понятно, ненавижу все, иди. Тебя, урод! Придурок! Алло, Лад, подожди, не клади трубку. Алло, да, я просто не успел тебе рассказать все о своем прошлом. Да, впрочем, и ты мне о своем тоже. Алло, Лад, а ты меня слышишь? Да, отлично, в 8 будет хорошо. Все, давай, пока. Тебе. Лата, дорогая. Валера, отстань. Латочка. Валера, ты что, не понимаешь, что ли? Что между нами все кончено? Отстань, я сказала. Лата, я люблю тебя. И не ходи за мной. Лата. Подожди, давай поговорим. Лата. Есть удивительный талант, не презирая вечной прозы, соединять лучи людей вот это с необычайностью да. идей и яблоки срывать с березы. Здорово. Кто написал? Это написал Игорь Шкляревский. А-а-а. Есть такой поэт. Вот. Здорово, действительно очень. А вот... Ты можешь представить, что они были написаны только вчера? Свеженькие. Представляешь? Одна половинка тебе, а другая мне. И когда мы с тобой вместе, то оно целое. Красиво. Правда? Спасибо. Пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, что это за парень был с тобой?
Доме культуры. Да? Ну, где мы с тобой встретились? А, парень, это Валера. Он меня любил. Ну и сейчас, конечно, тоже любит. Но без взаимности. Серьезно. Просто он тоже институт заканчивает, и так получилось, что вот мы вместе учимся. Ну, просто... А что? Не, я ничего. Просто на таких парней... А? Ну, востребованы сейчас они, грубо говоря. Ты что, ревнуешь? Да ладно, вот еще. Что ты, да ладно? Да ты же ревнуешь. Да нет. Что ты мне врешь? А ну-ка посмотри на меня. Да, ты ревнуешь. Нет. А что за парень? А что за парень? Ну такой? Нет же, я ты тебе говорю. Да? Я не ревную. Да ты же ревнуешь. Я же не ревнуешь. Да. Нет, нет. Телефон. Человек, которого я хочу слышать, сейчас здесь. Данила, приходи ко мне в гости. Я тебя с моими родителями познакомлю. Хорошо, приду. Значит, ты трахал меня 2 года. Ты пользовался мной, а я тебя готовила, стирала. А теперь ты думаешь, что так просто, да? Ты считаешь, что все вот было и прошло? Привет тоже тебе, Танечка. Ты мне просто объясни, это все из-за этой? Кстати, по этому поводу. У тебя ко мне не может быть никаких претензий. Я тебе за все сполна платил. Все, понятно? А, кстати, знаешь что? Ты не волнуйся, все будет хорошо. Я слишком много о тебе знаю. Так что ты не волнуйся, я в долгу не останусь. Послушай меня. Послушай меня. По этому поводу ты сама знаешь, что это может быть очень чревато. Я люблю другую. Послушай. Пожалуйста, отстань. Прощай. Дима. А? Здорово. Здорово. Ну, как дела? Как Данил? Да. Ты знаешь, ничего не пойму. Вроде бы серьезно встречается с барышней, в то же время вовремя ложится спать. А ты в метро? Да, я в метро, да. Ходит на тренировки, а недавно вообще, говорит, хочет поступать в институт. Слушай, мой тоже стал таким правильным. Вот это и подозрительно. Ну что, как я страуса сделал? Красиво? Слушай, ему б еще 1/9, и были бы вы с ним наравне. Слушай, Данил, Лата не догадывается о твоих делах? Да она все с родителями пытается меня познакомить. Ну, ты сам понимаешь, я оттягиваю. Кстати, с отцом ее познакомил. Ему понравилось. Ну да, бугор у тебя что надо. Слушай, что Лысый задумал?
А то получается, что работаем мы, а деньги пополам. Предлагаю поднять этот вопрос. Как ты? Не, окей, в принципе. Мы пока еще ничего не потеряли, слава богу. Да ведь ничего еще и не случилось. Ну да, согласен. Молодцы! Ну что, все очень хорошо, ребят. Тренировка окончена. Спасибо. Сегодня собираемся вечером у Данилы. Пацаны, супер. Согласен. Сейчас они сделают все, что нам надо. Причем в любой стране. Друзья мои, я прошу вас не сердиться из-за изменения в нашей программе. Вам уже куплены билеты в Ялту. Срок пребывания 2 недели. За это время вы должны полностью овладеть альпинистскими навыками. Вопросы есть? Да. Как в хорошем пионерском лагере. Ну что ж, съездим, отдохнем. Ништяк. А? Фраер. Надо понравиться прокурору. А то еще чего не хватало. Посадит за грешки прошлые. Правильно я говорю? Я думаю, да. В общем, трыни поменьше. Слушай побольше. Веди себя как поймальчик. Да. Это же надо. Везет как утопленник. Да ладно. Родители не выбирают. Здравствуйте. А вы мама Латы? Здравствуйте. А вы Данила? Друг Латы? Да. Простите, растерялся. Это вам. Спасибо. Ну что ж, давайте выпьем за знакомство, мой любимый бульбаш. За знакомство. А мы что так скромно? Просто у меня скоро соревнования. Да и, честно говоря, я не пью. Ну, я думаю, что одна рюмочка ничего страшного. Скажи, Ленок. Согласна. Хотя ты, насколько я вспоминаю, подобного ритуала не придерживался никогда. Ну, ты знаешь, я не придерживался и никогда не буду. Только, пожалуйста, не думай про папу плохо. Насколько я не живу, я ни разу не видела, чтобы он был пьяный. Честное слово. Да, пап? Ну, чуть же можно. Ну, ты меня так не хвали.
а то и запить смогу. Ну что, а теперь я предлагаю выпить за нашу дочку. Я поддерживаю. Я, наверное, тогда тоже нарушу обед и выпью за Лату. Ну, а каким видом спорта занимаешься? Альпинизмом, но я скорее любитель. А как зарабатываешь на жизнь? Я учился в институте. Потом бросил. Ну, а сейчас готовлюсь поступать. И подрабатываю. Ну, где придется. Там камины кладу. По ночам дежурю. Развожу продукты по ларькам. Ну что ж, похвально, что стараешься. Ну, тогда за вашу прекрасную дочь и за мою любимую девочку. А ты знаешь, мне вот паренек чем-то понравился. Вот я уже подумываю, может, на работу его взять в милицию. Что скажешь? Ты что, с ума сошел? Мне и одного мента в доме хватает. Ну а что? Пускай. Только и думаю, что с тобой. Парень при деле будет. Смотришь и взять под присмотром. Ладно. Я пошутил. Все будет хорошо. Ты глянь, красота вокруг какая. Да, благодать. Ага, благодать. Смотри, чтобы нам потом не пришлось за это платить. Здоровьем или еще жизнью. Так без лавы же никуда. Лучше разок рискнуть, потом жить себе в удовольствие. Данила, давай пошли. Хорошо, что мы сюда приехали, правда? Ага. Свобода, и никого нет. Бери его на свою церковку! Руку, Данил! Держись! Крепче! Давайте вниз, мать вашу! Лапинисты хреновы! Ну что, ребята, я хочу вам сказать, вы достигли больших успехов. И считаю, что вы уже специалисты экстра-класса. Для вас 30-метровое здание не преграда. Молодцы, завтра выезжаем. Окей. Встреча на перроне. Угу. Данил, да ты чего? Да прекращай, ну. Олег, вон видишь, стаю птиц. Ну, вижу. Вот я смотрю и думаю, как мы все-таки на эту стаю похожи. Хватаем, что неправильно лежит. А что схватили, то и съели. Знаешь, надоело рисковать. Просто. Да и отцу я обещал. Ладно тебе, философ.
Давай собираться, ехать пора. Мои захвати. А про отца-то ты верно сказал. Ладно. То, что начали, надо до конца довести. А потом и подумаем. Ладно, погнали. Давай. Здравствуй. Хорошенький мой. Ну как ты тут? Я плохо. Да ладно. Да. Ну чё это плохо? Ну потому что тебя нет. Какой ты. Похудел. Да ладно. Да. И загорел. Ну да. Ты ведь больше никуда не уедешь, правда? Правда. Правда. Хороший мой. Данечка, я тебя очень сильно люблю. Слышишь? Очень сильно. Как я тебя люблю. Честно? Честно, честно. Давно мы здесь не бывали. Ну, пойдем посмотрим, что там. О, страус! Здорово! Здорово, братела, здорово. Ну, Зак, красавчик. Заходи, угощайся. Девчонки тут все свои. Всем привет. Страус, не налегай. Самим не хватит. Да ладно, я тебе через неделю такого дерьма знаешь, сколько принесу. Обдолбаешься в хлам. Здравствуй, котик. Есть предложение. Да, годится. Тише, можно? Алло, достал. Нет, он мне не звонит. Ну что тогда? Придется объяснить, что из себя ее Данилочка представляет. Угу. Конечно. Да нет. Да нет, и что, я не отступлю. Таня, найди себе хорошего парня. И встречайся с ним. А я не хочу. Я привыкла к Даниле. Ну, что я могу сказать? Вы все проделали блестяще. Но я хочу предложить вам еще одну операцию в городе. Я надеюсь, это последнее испытание здесь. Если нас засекут, все, кранты всем делам. Согласен. Согласен. Но мы должны убедиться в вашей полной готовности. Но мы же не в детские игры играем. А если нас повяжут? Так ведь нас раскрутят же по полной катушке. Может, не рисковать лишний раз? Зелени хоть немного. Но мы же заработали. На первое время хватит. Да еще на отъезд останется. Стоп, стоп, стоп. Нет, ребята, мы так решили. Договорились. И это тоже в ваших интересах. С клизмой этой? Да, поговорила. Ну, теперь, я думаю, она от него отстанет. Что? Ну, я даже не знаю. Ну, если она от него не отстанет, то придется поговорить с ее папашей. Лад, тебе налить чаю? Давай. Лад, скажи мне, что случилось? Да ничего не случилось, все нормально. Кушай конфетки, я конфет купил. Лата, скажи мне, в чем дело? Да нет. Мне звонила какая-то женщина. Я не понимаю, что происходит. Она была очень злая. И она говорила, что если я тебя не брошу, она мне угрожала. Это Таня. Ты видела ее?
Лад, понимаешь? Она делает это специально. Мне абсолютно все равно, кто она. Абсолютно. Мне интересно, что она сказала про тебя. Это правда? Лад, послушай. Поверь мне, она специально распространяет эти слухи. Можешь мне верить. Я разыщу ее. И я ее устрою. Я очень прошу тебя, не вмешивайся. Данила, как слышишь, отвечай. Крайнее окно справа. Только вырезай аккуратно, не спеши, там крикуха, ты же знаешь. Отходили уже. Данила, ну-ка иди сюда. Вот так встреча. Здравствуйте. Здравствуй. И как ты здесь оказался? А я рад вас видеть. А мы тут... Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут с ночного дежурства идем. Вот вместе дежурим. Оно в 12 закончилось. Мы просто заболтались. А вы что? Да у нас тут ЧП в банке. Надо разобраться. Ну ладно, будем разбираться. Удачи. До свидания. До свидания. Только этого мне еще не хватало. Это неплохо, это жопа. Спасибо. Спасибо. Просто жопа. Жопа. Да. Засветились мы с Олегом, конечно. Серьезно. А ведь Артем Николаевич не дурак. Давайте, у кого есть какие предложения? А с Лысым мы рассчитались. Но у него еще остались наши деньги. Нам надо с ним заканчивать, иначе... А с банком это была подстава, вы в курсе? Да все просто. Он и навел, чтобы отвлечь от другого объекта. Пока мы там болтались, ребята Лысого
спокойно обчистили другую контору. Короче, свое дело надо делать. Валить отсюда в Грецию. Там наших пацанов хватает. Да и с ксивами у нас все в порядке. Да? Не переживай. Все будет хорошо. Родителям пока не говори. Я сам зайду к ним и попрошу твоей руки. Я самая счастливая. Данил! Здорово, братан! Здрасте. Ты что, не признал меня? Вместе сидели. Это же я! Шпон! Привет. Не ожидал. Да ладно, потом разберемся. Извините, что прорвал ваш интим. Молодец. Клевая тёлка. А! На! Держи, позвони, не стесняйся. Скажите мне, пожалуйста, Данила, откуда это вы знаете? Вот этого вот? Здорово, братан! Блатного, а? И почему он сказал, что вы сидели в тюрьме где-то там? А? Ты что, был в тюрьме? Я? Да, представляешь? Да нам было лет по 17. Ага. И мы там за мелкое хулиганство целых 3 месяца просидели. КПЗ, представляешь? Хулиган. Да, я хулиган. Вот. И там я познакомился с этим Шпоном. Шпоном. Ну, ясно. Что тебе ясно? Ай, да все ясно. Что? Что? Латочка. Да, Данилочка. Мне надо на недели 2-3 уехать на соревнования. Но как только я приеду, мы... Сразу же? Что? Точнее, я сразу же. Да, буду собираться, готовиться к поступлению. Молодец. В институт. Вот. Ну и буду смотреть за тобой. И за нашим малышом. Вот так. Наши деньги мы хотим иметь при себе. Нам надо еще купить кое-что домой. Мы ведь их заработали, не так ли? Что да, то да. Деньги, конечно, я вам отдам. Но при одном условии. Нам предстоит очень серьезная поездка. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Да вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Да, Олег просил долю его отдать. Хм,
Но деньги Олежке я отдам сам. Короче, ты рви на вокзал. Бери билеты на Москву. На Салоники завтра возьму. Время еще пока. Все, с Олегом я свяжусь, давай. Давай. Все, пока. Олега вчера повязали на мобилах. Кто-то заложил. Как ты думаешь, кто? Ну и кто? Братва Лысого. Ну что, надо звонить. Мише в Салоники. Пускай нас встречает. Все, уже пора на посадку. Пойдем. Нечего уж теперь сопли жевать. Артем! Я запрещаю тебе с ним встречаться! Ты понимаешь, что твой Данила только полгода тому назад вернулся из Греции? И ты был задержан по обвинению в грабеже. Тоже мне поймальчика нашла. Папочка! Ты что-то перепутал, потому что этого не может быть, я тебе говорю! Не может быть? Как не может быть? Так! А Интерпол? А факты, которые не я доставал? А последняя встреча с ним? Ограбление банка? Кстати, я еще должен написать в своем докладе о том, что я его там встретил. Я прошу тебя очень серьезно к этому отнестись. А тебе, мать, советую проследить за всем за этим. Погнали! Страшного. По глупости все. Да ладно, потом поболтаем по этому поводу. Хорошо. Короче, приехали. В этом доме ваша квартира. Значит, то, что вы мне рассказали, это правда? Конечно. И, соответственно, он сейчас находится в Греции. Все по тому же вопросу. Да? Ну, к сожалению, да. А вы, случайно, не могли бы мне дать телефончик его отца? Отца? Да. Сейчас, конечно, минуточку, подождите. Лата, привет. Привет. Лата, ты не гони меня. Пожалуйста. Я хочу тебя попросить. Давай останемся друзьями. Хотя бы.
Лата, это дружба. Я обещаю, она не отяготит тебя. Валера, я люблю другого человека. И буду любить всегда. Несмотря ни на что. Я рад, что мы встретились. Я рассказал вам все про Данилу. И я ему верю. Признаться, я тоже очень рад этому знакомству. Я вижу, что моя дочь не может без него. Дмитрий Евгеньевич, я буду вам звонить. К большому сожалению, я был вынужден написать в рапорт о нашей встрече с ним около банка той ночью. Но я надеюсь, что это было совпадение. Думаю, что все уладится. Артем Николаевич, я верю своему сыну. Принес вам пожрать. Давай. Держи. Тебе. О! Да, правильно. Желудки в первую очередь, а потом все остальное. Слушайте. Я вчера узнал, что завтра на предприятие меха зарплату привозят. Штат у них большой. Можно хорошо заработать. Подумай, Данила. А то мы практически на мели. Короче. Машина с деньгами. Вот оттуда будет ехать. Взять мы должны их здесь. Thank you.
Ну что, 106 тысяч. Всем поровну. Ага. Просто прекрасно для первого раза. Отлично. Но, по-моему, надо на дно залечь. Ну, дней так на 5. Мне кажется, надо в Афины рвануть. Там людей побольше, попроще будет зашиться. Согласен. Антон, ты с нами? Куда я от вас? Куда он теперь без нас? Мужики, я думаю, в Германию съесть, машину себе там купить. Не, ну если лететь, то лететь завтра, правильно? Чего время терять зря? Ну нахрена я вам здесь нужен? Вы гулять все равно будете. Данил, может, отпустим? Слушай, да хочешь, вали. Только смотри, в аэропорту аккуратно. Нет, я буду брать машину на прокат и поеду землей. Лады? Давай. Романтический ужин на морском берегу от того, кто мне нужен. Я с тобой бегу, там всего за мгновение твой родной завиток, прошлой жизни сомнения превращает в песок. Шардоне и форель, византийский фарфор, кружит голову хмель и ночной разговор. Аромат сентября, грешных мыслей метель, тишина серебра, шардоне и форель. Ба-да-ба-да-ба-да-ба-фа-фа-фа. 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 Ба-да-ба-да-ба-да-ба-фа. Ба-да-ба-да-ба-да-ба-фа-фа-фа. Смотри, сразу в уголке затесался. Солнце тиск над водой. А тебя, Антон, нет. Словно смелый лимон. Чё ты смеёшься? То, да, что было любовью, исчезает, как сон. От того, кто мне нужен, ничего не хочу. А за праздничный ужин я судьбой заплачу. Шардоне и форель, византийский фарфор, а снизу, значит, кружит голову хмель и ночной разговор. Аромат сентября, грешных мыслей метель, тишина серебра, шардоне и форель. Нет. Они, конечно, профессионалы, сделают все. Но они мне должны, понимаешь? И очень много должны. Слушай, так что сделай так, чтобы их заработок стал моим заработком, а? Угу. Да. А я тебя отблагодарю, ты же меня знаешь. Ага. Ну все, Геннадий, свали. Молодцы, что рванули. Да нет. Лысый меня теперь не отпустит. Да и бабки не отдаст, пока дело не сделаю. Данил. Да. Говори, говори. Ну, понятно. Да, я позвоню. Пока. Пока. Привет. Привет. Слушай, время уже. Надо гивити. Но он же все-таки дело предлагает. Может, рискнем? Слушай, может, не торопиться? А ты вообще его хорошо знаешь? Ну, как я дело с ним имел? Вроде все по-честному. Ну, хорошо. Страус приедет. Вот тогда все и обсудим. Данила, в общем, я тебе вчера не хотел говорить.
Страус на границе. Короче, взяли его. Твою мать, я так и знал! Прыгай, прыгай. Дело в том, что груз пришел морем. И груза там миллионов, в общем, на несколько миллионов. Долларов. Груз привезут в порт, выбросят с корабля на воду. Ваша задача. На берег. Все. Гиви. Задача тоже не из простых. Ты лучше скажи, сколько мы будем с этого иметь. И потом. Мы можем столкнуться с береговой охраной. Это рисковое дело. Там же наркота. Тише. Во-первых, никто, кроме вас троих, об этом не знает. Погоди, четверых? Нет. Мое дело – деньги. Вот я со своей стороны гарантирую. $700 000. Нет. Миллион. Я подумаю. Ну что, детки, Любку? Хорошо. Ребята уже 20 минут в воде. Скоро будут подплывать. Приготовься выбрасывать товар. Подобрали. Как только подберут, да, сообщи мне сразу. Я на связи. Видишь, ты живешь? Жаль, да. Забрали груз. Забрали, понял. Вот молодцы. Ой, молодцы.
Ну, давай. Сейчас расскажу, сейчас. Угу. Так вот, ронял. Хорошая штука. В общем, оба раза обосва. Чё, да. Алло. Ладно. Да, Латочка, привет. Ну, алло. Чё? Ты что, плачешь? Алло, Лата, в чем дело? Я разбился. Что? Чё такое? Что еще раз? Таня, отцу рассказала. Сука! Дань! Да чего ты? Мразь. Да ладно тебе, Лавэй заработал. Заберешь Латку, махнешь на Канары, оторвешься. Вернешься домой, предки все простят, забудь. Короче так, мы сейчас на Салонике, а ты пойдешь заберешь деньги. Давай, давай, спокойно. Нормально все? Наливай. Я считаю, что нам вообще повезло. Их всех ищет полиция. Все они на учете в Интерполе. Так что, если в один момент они так резко исчезнут и пропадут, особенно горевать никто не будет. Второй вопрос. Кто займется этим делом? Ну что, кинем? Давай, давай, давай. Значит, придется мне. Привет. Здорово. Молодец, что вовремя пришел. Ну, давай, что-нибудь выпьешь? Нет. Ну, кофе или чем покрепче? Нет? Нет, нет. Нет, присаживайся. Не, ну чай хотя бы. Нет, а? Нет, я не собираюсь засиживаться, так что давай рассчитаемся, да я пойду. Да. Мы свое дело сделали. Да, 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 конечно, конечно. Вот. Все как в лучших домах Лондона. Вот твоя сумка. Пересчитывай. Да он может выпить все-таки? Нет, нет, нет. Ну давай, ладно, ты считай, а я пойду хотя бы кофе поставлю, а?
Вы что-то хотели? Виски, пожалуйста. Хорошо. Романтический ужин на морском берегу от того, кто мне нужен. Я с тобой бегу, там всего за мгновение твой родной завиток прошлой жизни сомнения превращает в песок. Шардоне и форель, византийский фарфор, кружит голову хмель и ночной разговор. Аромат сентября, грешных мыслей метель, тишина серебра, шардоне и форель. Ба-да-ба-да-ба-да-ба-фа-фа-фа, 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 ба-да-ба-да-ба-да-ба-фа, ба-да-ба-да-ба-да-ба-фа-фа-фа, 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 ба-да-ба-фа-фа-фа-фа-фа. Солнце диск над водою, словно спелый лимон. То, что было любовью, исчезает, как сон. От того, кто мне нужен, ничего не хочу. А за праздничный ужин я судьбой заплачу. Шардоне и форель, византийский фарфор, кружит голову хмель и ночной разговор. Аромат сентября, грешных мыслей метель, тишина серебра, шардоне и форель. Ба-да-ба-да-ба.